Вода наступает. От половодья в республике уже пострадали жители Спасского, Апостовского, Буинского и Кайбицкого районов. Большая вода выходит из берегов малых рек и озер. В зоне подтопления мосты, дома, хозяйственные постройки. Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В городах республики проходят встречи с теми, кто был в лагерях смерти. Об ужасе тех мест они рассказывают школьникам. Две палки для настроения и здорового сердца. Сегодня на набережной озера Кабан-Казани встретились десятки любителей скандинавской ходьбы. На старте как молодежь, так и взрослое поколение. Масштабная акция посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.